Ну что, друзья, всем привет, а вот настало время, наконец-таки, как я это очень этого долго ждал, посмотреть на вашу почту, на ваши письма и посылки. Очень интересно, очень хочется, наконец-таки, это все посмотреть. Давайте вот начнем. Это все не в порядке того, как это приходило, достаточно долго это все шло на протяжении длительного времени, но только сейчас у меня дошли руки, и это все посмотрю. Первое письмо от, Воронкова Максима, город Полысаево. Вот, город Полысаево. Давайте посмотрим. Это письмо. Первое письмо. Ну, это первое я взял. Очередность, к сожалению, уже не помню. Слишком много тут всего. У меня, наверное, длинное видео получится. Я мог разбить на несколько, но какой в этом смысл, если у меня сейчас все это вот есть. Ух ты, тут сразу вижу карточку. Вау! Вау! Офигеть! Вот это вообще... Офигеть! Слушайте, вообще, вот это... вообще, это просто пипец. Меня просто переполняет эмоции. Пропандитос. Вот это супер, блин. Офигеть, какая она крутая, а? Просто круто. Итак, здесь какой-то... Вот, смотрите. Рисуночек, киндер-сюрприз. Айдипсет, без одной П, к сожалению. Так, давайте, это, я думаю, можно прочитать. Привет, Айдипсет, пишет тебе твой подписчик Максим. Мне очень нравятся твои упаковки и влоги, особенно влоги. И еще, когда открываешь киндеры, отправил тебе по мелочи карточку и рисунок. Сам делал, ладно, пока, удачи. 23.01.14 рисунок я уже показывал. Но, блин, очень круто. И карточка, и рисунок мне прям очень нравится. Вот, еще раз показываю карточку. Максим, огромнейшее спасибо, очень круто, мне очень понравилось, и давайте, я не знаю, куда это все, пока что вот положу сюда, чтобы потом все это показать, пока у меня лежит вот здесь. Давайте, ладно, возьмем следующее письмо, нет, вот это и запечатанное, то, что вот запечатанное, просто пипец, очень крутое, прям, я прям вообще, это очень круто. Тем более она старая какая-то, у меня таких даже нету, из читуса я таки не собирал. Ну да ладно, вот новое письмо, там поплотнее, что-то там лежит такое, но, к сожалению, от анонима, так что сразу, хотя сразу спасибо говорить не буду, сейчас посмотрю, восхищусь, так сказать, и потом поблагодарю анонима. Так, да, все, открываем. Я думаю, вы будете не против, даже если это видео будет большим, потому что, я думаю, все равно интересно, это интерес же, что прислали и так далее. Мне вот самому очень интересно. Вот. Я буду, наверное, чередовать или сначала все письма, потом по ссылке, не знаю как. Но думаю, долго получится, достаточно. Ух ты, там, смотрите, так, достаем все по очереди. Давайте, наверное, нужно начинать лучше с письма. Сейчас сам посмотрю. Офигеть, друзья, вы даже себе не поверите, что это такое. Стоп, тут надо вот так сделать. Смотрите, короче, вы сейчас вообще офигеете. Привет, Дмитрий, я смотрю твои видео каждый день. Канал у тебя просто наикрутейший. Отличные влоги, спасибо за офигенное настроение. Твои видео приятно смотреть. Ты очень классный видеоблогер и анбоксер. Продолжай в том же духе, а с поля видео еще лучше получаются. Не понимаю, почему таких замечательных людей так мало подписчиков. Дальше, смотрите. А вообще, если по-честному, то мой Димка самый крутой. Для меня ты все равно самый лучший. Кстати, это твоя Настя. Ой, я не могу, блин. Это просто... А, это просто типа... Просто же, наверное, да? Или... Нет, там, наверное, можно открыть. Короче, смотрите. И вот что здесь. Офигеть, мое типа лого. Очень круто. Спасибо большое тебе. Огромное тебе спасибо. Просто очень круто. Прям вообще, стоп. Да, да, я открыл, смотрите, и там, в общем, есть, что здесь есть. Вот такая вот штука, Дима. И знаете, что еще есть? Вы, конечно, не поймете, но я вам сейчас маленечко объясню. С самого начала, в общем, она мне делает вот такие штуки из Макдака. У меня есть вообще очень куча всяких цветов из всех возможных булок. Это очень классно. Я тебя тоже. Так, все, ладно, давайте перейдем дальше. Я все убрал, это тоже нужно положить. Ой, я же еще не посмотрел, что еще тут было. Тут еще здесь есть. Так, вот такой какой-то пакетик с Hello Kitty. Я почему-то уже успокоился, главное дело, и все.
пакетиках с Hello Kitty. Вау! Офигеть! И еще какие-то, короче, карточки черепашек-ниндзя. Так, Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant. Вообще круто. Ну, давайте посмотрим, откроем. Блин, это все же от Насти. Я думал, кто-то другой прислал. Вообще, стойте, мне хочется это открыть прям вот, прям вот так вот. Оп. Чтобы потом там это и оставить. Итак. Блин, стопудово видео получится огромное. Может его разбить на части даже придется. Сейчас одну часть посмотрю в этом видео, следующую часть в другом. Так. Офигеть. Офигеть. Просто смотрите, короче. Донателло, короче. Раз карточка. Офигеть. Дальше. Дальше они все здесь. Дальше это что такое? Ой, это кверх ногами. Мутант Васп какой-то. Вот смотрите. Вот такой вот. Дальше Рафаэль. Блин, какие крутые карточки. О, какие-то блестящие еще. О, я сейчас просто, я не знаю, меня переполняет чувство, так сказать. Шреддерс Хенчмен. Короче, братва Шреддера. Смотрите, такая переливающаяся, очень крутая карточка. И Metalhead, короче, вот. Смотрите, просто... Просто бомбезные карточки. Я прям просто не знаю. Это очень круто. Фух, это прям просто вообще вышка, вышка. Просто вышка. И давайте посмотрим этот, как открывать пакетик с Китти. Итак, вот я разрезал пакетик и достал содержимое. Смотрите, что здесь. Здесь наклеечки или нет, это карточки, что ли, с Китти. Смотрите. Первое вот, вот так вот смотрится. Вот, сзади тут что? Сзади номер, что ли, 59. Сзади вот так вот смотрится. А следующая вот такая вот. 106, да, это тоже собирать карточки. Ну, Китти тоже прикольно, но черепахи вообще вышка. 29-я, потом Китти на слонике. 17-я и 95-я на слонике. И 17-я вот такая вот Китти. И получаются у нас вот такие вот супер карточки. Тоже очень крутые. Ой, я просто вообще не могу. Это очень круто. Спасибо огромнейшее. Так, откладываем в сторону. И я думаю, можно даже, наверное, перейти к какой-нибудь посылочке. Так, давайте что-то вот тут вот такое тяжеленькое достаточно. Посылочка от Бородина Даниила из города, Железногорска. И давайте же откроем ее, посмотрим, что там такое интересное у нас находится внутри. Так, как ее открыть? Здесь вот есть... Ладно, сейчас ее тогда разрежем. Офигеть. Офигеть. Что это там, фотик, что ли? Нет, да нет. Нет, там что-то другое, не может быть. Нет, Да нет, друзья, это... Блин, даже я не знаю, стойте, давайте. Сейчас ножичек возьму, откроем все и посмотрим, что там внутри. Боюсь даже представить. Так, мне почему-то кажется, что это просто коробочка. Коробочка от фотика. И там какие-нибудь ништяки будут. Да-да-да-да-да. Походу так и есть. Итак... Ух ты, сколько там всего-то, смотрите. Итак, первое, давайте начнем. О, там какая-то игра есть, круто. Начнем с записки. Так, смотрите. iDipset, лучшему распаковщику видеоблогеру. Спасибочки, спасибочки большое. Так, давайте посмотрим. Ух ты. Прикольно, смотрите, попрыгушки. Вот этот прикольный с сердечком. Вот такие вот попрыгунчики. Так, дальше что там? Дальше. Дальше. О, игра на PlayStation, если сказать, на PSP, короче. Принц Персии, два меча. Вот так вот смотрится. Вот сзади. Эх, диск здесь маленечко выпал. Вот так вот смотрится сам диск. Мы его поставим вот сюда вот. Буклетик. Вообще круто, смотрите. Очень красивый буклетик.
добавляется в мою коллекцию игр на PSP. Очень круто. Очень классно. Так, и ведь там что-то есть еще, друзья. Что-то есть еще. Так. Так, давайте посмотрим. Вау! Офигеть! Прикольно. Это моделька, короче, Mitsubishi. Mitsubishi Eclipse. Вообще прикольно. Слушайте, у меня одна есть, давно с детства осталась. Вообще прикольно. Рядом. Кстати, про нее можно как раз занижение снять, занизить. Вот, точно. Можно ее занизить же. Точно, смотрите, вот такая вот прикольная машинка. Машинка эта тоже очень прикольно. Поставлю рядом с моей. Она хорошо, что не заводка. Вообще прикольно. Смотрите, вот такой вот эклипсик. Стоп, стоп, друзья, я еще не заметил. Тут еще внутри была монетка, смотрите. Вау, Украина, 2011, 5 копеечек. Смотрите, украинский, вообще прикольно. Никогда не видел таких. И нет у меня в коллекции в моей монеточек. Очень, очень классно. Блин, вот Даниилу вообще тоже огромное спасибо. Просто прям очень круто. Прям от души. От души. Я думаю, тоже он это все присылал тоже. Не чтобы попасть в видео, а потому что ему действительно нравится мой канал. Просто, просто круто. Прям очень, я не знаю, даже поставим вот сюда, пока тут скапливается достаточно много, потому что... Так, а мы продолжаем. У нас следующее письмо. Письмо от Коршуновой Валерии из города Омск. Так, давайте откроем его и посмотрим, что там находится внутри. Итак, письмо вскрыто и... Достаем все, что здесь находится. Итак, все, больше там внутри ничего нету. Так, мы находим браслетик из Киндера. Браслетик из Киндера, который почему-то развалился, наверное, в дороге он поломался. Вот, это я не знаю, с какой серии, я такие ни разу, если честно, не видел. Так, соединяем. Тут как-то вот, наверное, вот так вот. Вот такой вот браслетик, его можно одеть, я так понимаю, на руку. Итак, одели, смотрится это все вот так вот. Забавно, здесь какая-то лисичка. И вот такой браслетик, я даже останусь в нем, так сказать. Раз уж он есть, то есть. Итак, ой, что-то тут оторвано. Так, удача. Снеговик удачи, Лера, вот такой вот снеговичок. Потом дальше здесь еще какой-то рисуночек, я так понимаю. Ух ты, вот это вообще первый раз, чтобы меня кто-то рисовал. Сама рисовала, iDips, смотрите, как круто. Вот, вообще прикольно. Это фотка у меня с контакта на Ави, она была, блин, вообще прикольно. Так, первый раз кто-то меня сам рисовал. Это очень интересно. И здесь письмо. Ух ты, а в письме я нахожу карточки. Карточки, о, карточки. Давайте посмотрим, что за карточки здесь находятся. Итак, это код от Бартмана, потом карточка, точнее наклейки, блин, для меня просто карточки, 26-я трансформеров, код трансформеров, код трансформеров, Бамблби, хотел сказать, в общем, дрифт, Бугатти, и вот такая карточка номер 25, вот, так, и давайте посмотрим еще теперь письмецо, что там такого интересного. Вот здесь опять же таки арт, iDipset, и письмо просто огромное, смотрите, читать, я не знаю, сам я сейчас прочитаю. Так, ну тут, в общем, приветы про мой канал, браслет, кстати, это Настя, карточки мне, браслет Насти. Так, просьба показать письмо, также передаю, тут просьба передать привет, передаю привет Лере и ее маме, огромный вам привет. Потом, так, просьба прислать что-нибудь хорошо, пришлю потом. Выслать iPhone не могу, потому что я его уже продал. Вот, извини, так что, вот. И я его, собственно, продал для того, чтобы купить новый, так бы у меня на это не очень было бы много средств. Вот. В общем, огромное спасибо Лере. Вот, это все тоже откладываем и переходим дальше. Дальше давайте посмотрим вот на такое вот письмо от Щепетовой Екатерины с города Энгельс. Так, давайте откроем. Прикольное оно такое, бежевое, красивенькое. Я таких еще не видел. Блин, оно очень хорошо заклеено, поэтому придется воспользоваться ножичком и его открыть с помощью моего чудо-резачка из первого влога.
Это уже такой супер ножичек. Итак, открываем. И здесь мы находим. Ух ты, что-то там есть. Интересное тоже. Опачки. О, и второй. Вау, смотрите, вообще офигеть. Второй рисунок. Вообще очень... Вообще. Вот написано «Эдипсы». Смотрите, вообще. Это просто... Это нереально просто. Очень круто. Еще один рисунок меня, короче. Хотя я говорил, типа, про тот первый раз. Вообще, Настя меня рисовала. Я вам показывал во влогах мой портрет. Я имею в виду вот из подписчиков, из тех, кто меня рисовал. Вот это вот, можно сказать, тоже... Вот эти оба первые, потому что... В первом, в общем, они тоже оба первые. И тот, и этот очень классно. Дальше тут есть 37-я наклейка. Ладно, не буду говорить карточки опять. Начнут комментарии писать. Вот такая 37-я наклейка. Потом вот такая вот карточка. Или это что, билеты на игру выигрыш? В общем, карточка, что ли, 20 рублей. То ли что, я не пойму, что этот билет выигрывает каждый... В общем, вот такая вот карточка, смотрите, с баскетболистом каким-то. Я сейчас так сразу вникнуть не очень могу. И небольшое вот письмо. Так, здравствуйте, Дмитрий. Вот, решил сделать вам небольшой подарок. И надеюсь, вы ему обрадуетесь. Напишите мне в ВК, сколько шло письмо. До свидания, Дмитрий. Очень обрадовался, очень обрадовался. Огромное спасибо, Катя. Огромное спасибо. Очень приятно, очень. Вы даже все не представляете, насколько приятно от вас получать почту. Я даже не ожидал, что так быстро у меня найдутся такие люди, которым очень нравится то, что я делаю, и будут писать мне письма. Это и посылки прислать, это просто нереально. И вот следующая посылка от Меркес. Меркес фамилия, город Красноярск. По-моему, Георгий, если я не ошибаюсь. Секунду. Совершенно верно. Георгий. Фамилию Меркис или Меркис? Меркис, Меркис. Не знаю, в общем, ладно, давайте открывать. Срочно, срочно открывать и смотреть, что там внутри. Посылочка не очень тяжелая, но тем не менее. Так, ну что, давайте открывать и смотреть, что там внутри у нас такого интересного находится. Итак, вау, тут прям уже... Ух ты, какая прикольная штучка. Ух ты, вообще, это Лего как письмо, бонусная программа, но здесь, смотрите, Лего, и это как такое письмо. С этой стороны такие дела, Георгий Меркис, Красноярск, 12 лет. Так, с этой стороны. Так, здравствуй, Дмитрий, Эдипсет, один из лучших каналов на моей памяти, потому что многие из подписчиков редко смотрят видео. Есть и активные зрители, я в том числе, которые сейчас и смотрят видео, общаются в комментариях. Их примерно 1000. Общаться с ними одно удовольствие. И на канале ламповая атмосфера. Это очень, кстати, классно. Смотреть канал я начал с видео по восстановлению жесткого диска. Вставление жесткого диска в PS3 и сразу же подписался. Наикрутейший канал. Я нарисовал картину. И вдохновила новогодняя серия, где ты поздравлял подписчиков в костюме Мишки. Так. Георгий, сейчас. Так, давайте еще вот на это сначала посмотрим. Тут в пакетике посмотрим, как, чего там такого. Киндеры, по-моему, какие-то киндеры. Давайте глянем по-быстренькому. Уже видео такое долгое получается. Итак, карточка трансформеров... 10-я, Crosshairs, вот так вот смотрится. Вот, я, слава богу, собрал всю серию, но ничего страшного. Это тоже очень классно. Потом здесь, это, я не знаю, киндер, не киндер, в общем, вот такие глазки. Потом, это эти, по-моему, что то ли, как раз Георгий у меня спрашивал. Это такие вот, как их называют там... Так, я забыл, как их называют эти штуки. Блин, волчки, короче. Вот такие вот волчки, по-моему, в пакетиках они в каких-то городах продаются. Вот такие вот разные, прикольные и интересные. Я, к сожалению, таких не видел, чтобы продавали у меня где-то. И вот наклеечки. В общем, спасибо огромное. Очень прикольно. Так, и давайте посмотрим теперь еще... И опять я, смотрите, и опять я. Круто, уже третий рисунок. Рисунки это просто офигенно. Какой я смешной. Эдипсет. Давайте достанем, чтобы не отсвечивало. Сзади ничего нету. Георгий. Так, вот так вот смотрится. В общем, еще один третий мой рисуночек на сегодня. Очень круто. Прям мне очень нравится. Огромное спасибо Георгию тоже, как и всем остальным.
ребята, вы очень крутые. Так, блин, чуть не свалил камеру даже у меня тут. Так, ладно, убираем и переходим к последнему письму. У нас осталось письмо и самая огромная посылка вообще. Так, посылка от Евгения Топоркова или Топорнова. Прошу прощения, если исковеркал. Вот, я просто, ну, не могу всех упомнить правильно фамилии и так далее. Вы должны понимать это. Вас уже 20, почти 6 тысяч, 25, а я один. Поэтому я думаю, вы меня это простите, конкретно ты. Вот, так. Евгений, кстати, город Североуральск. Разные города, кстати, тоже классно смотрят по всей России с разных городов. Ух ты, карточка, карточка. Локдаун, шестая карточка, смотрите. Как раз... Стоп, Евгений, это как раз, по-моему, Евгений тот, я, так, я уже совсем забыл, шестая карточка, вот, недостающая, я, смотрю, не знал такой карточки локдаун, она как раз не доставала мне до полной коллекции, и новогодняя открытка, видимо, он отправил до Нового года, мне кажется, потому что долго они у меня лежат, вот такое поздравление здесь, да, мы с ним договорились, чтобы он отправил мне карточку, он сам предложил отправить. Вот, теперь у меня точно есть все, полная коллекция карточек трансформеров. И давайте переходим к последней вот такой вот большой посылочке от Блажного. На самом деле ВКонтакте это Александр, здесь почему-то Г. Ну, наверное, это Саша был, а возможно, это просто кто-то из родителей. Я, в общем, не знаю, отправил. И давайте, блин, она такая здоровая, я даже понятия не имею, что там, блин. Столько уже всего сегодня было в выпуске интересного, всяких... плюшечек, вкусности и так далее. Очень круто. Итак, я почти что открыл. И та-дам! Офигеть! Тут, офигеть! Тут, короче, куча дисков. У меня, кстати, есть коллекция дисков. Я раньше собирал на ПК. Я был ПК-гей. Блин, разбили какой-то вот частичка. Сейчас посмотрим. Негодяи почты, блин, взяли какой-то диск. Все, смотрите, блин, опять задел камеру. Все проложено вот этими штучками. Первый диск, смотрите, готика. Вот так смотрится. На двух дисках, видимо, или сколько там дисков. Или один тут диск. Да, два диска там, ну ладно. Вот диск с готикой. Кстати, потом, наверное, можно будет сделать обзор на все для PlayStation. Для PlayStation, офигеть. Вот это вообще круто. Только я не пойму, это лицензия или не лицензия, русская версия. Ну, не знаю, короче, на трех дисках вот такая вот игра. Наверное, нет, потому что русифицирована. Ну, не знаю. Ну, да-да-да, пиратка, наверное, но все равно круто, потому что у меня есть PlayStation 1. Теперь дальше еще одна игра на PlayStation 1 смотрится вот так вот. Ну да, это пиратки. Пиратки, но, тем не менее, очень прикольно. Так. Дальше. На PlayStation 1 Resident Evil 3. Вот так вот смотрится. Еще одна игра. Дальше. Игра на PlayStation 1 Планета Обезьян. Опять пираточка. Но диски-то я не буду открывать, смысла нету. Вот такая. Дальше. Дальше это что у нас? Doom 3. Doom 3. Воскрешение зла. Так. Еще дальше, что у нас сейчас? Они тут этой штучкой все пупырчатые, чтобы не повредились. Дальше у нас Tomb Raider, вот такая вот. Дальше Fear, вот так смотрится. Потом Blade, опять PlayStation, опять пираточка. Кстати, Blade поломался, к сожалению. Ну, да ладно. И Меч и Магия. Я помню, были герои Меча и Магии. В общем, еще вот такая вот игра. Тоже спасибо большое, очень классно, и давайте перейдем в конец. Ну что, друзья, это была вот такая вот огромная куча ваших посылочек, подарочков, ваших писем. Мне безумно приятно, вы просто даже себе не представляете, это очень круто, всем огромное спасибо. Просто вы классные ребята, просто супер, 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 огромное спасибо. Прям вот я весь в благодарностях, так сказать. Я надеюсь, вам понравилось это видео. И я думаю, если у кого-то еще возникнет там желание что-то прислать, в общем, я думаю, будет еще одна часть, когда-нибудь точно будет, потому что спрашивали на адрес, куда присылать еще некоторые люди, поэтому ждите следующую часть, когда накоплю посылок и писем, вот.
И на этом, собственно, все. Я думаю, вам понравилось. Ставим лайки, вступаем в группу ВКонтакте, подписываемся на канал, если вы не подписаны. И до следующих видео. Всем пока, друзья!